Мы рады приветствовать вас на второй групповой игре этого кубка. Пусть это и предсезонный турнир, но зрелищность матча от этого совсем не страдает. В конце концов, команды борются не только за победу в турнире, но и за статус, плюс немалые призовые, поэтому стараются показывать яркий и интересный футбол. Состав команды нам покажет. 4 игрока защиты обеспечивают сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. И смотрим на... Нужно забивать и выходить вперед! От углового флажка ЦСКА ведет мяч в игру. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Армейцы в атаке. Зоран Тошич. Потерял он мяч. Но кому он достанется? Ушел мяч за боковую. ЦСКА вбрасывает. Тошич. Понтус Вернбул. Тут может что-то получиться. Бить надо! Вагнер Лав! ЦСКА готовится исполнить угловой удар. Все идут Умбия. Вратарь намертво забирает мяч. Рияд Махрез. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Рияд Махрез. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Очень здорово сыграно. И в зону атаки мяч переходит. Кейсуки Хонда. Мяч в воротах, и они вышли вперед. Ну вот некоторые бьют на технику, а здесь футболист положился на силу. Но не прогадал. Удар получился точным, и мяч угодил вправо нижнюю. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Рияд Махрез. Посмотрим за этой атакой. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Мяч перехвачен, защитник молодец. Сейду Думбия. Это может быть опасно. Бить можно и забивать. Сейду Думбия. И что это? Гол! Тут все просто. Это гол очень классным ударом понизу был забит, без шансов для вратаря. Я думал, что мы увидим напряженную борьбу, но пока что одна команда полностью доминирует. Да, полное превосходство по ударам вообще и по ударам в створ. Надеюсь, нам скоро покажут статистику. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Думбия. Армейцы атакуют. Какой прекрасный пример отбора мяча. ЦСКА будет сбрасывать мяч, и до ворот совсем недалеко. Алан Дзагоев. Потерял он мяч, но кому он достанется?
и... Мы присутствуем на втором матче группового этапа Европейского международного кубка, и команды начинают второй тайм. Посмотрим, что нам предложат команды во втором тайме. Это может быть опасная атака. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Алан Дзагоев. Арбитр должен был прервать игру и прервал. Травмированный игрок покидает поле. Игра возобновится. Ввода мяча и аут. Алексей Ион. Роман Еремин. Зоран Тошич. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Роман Еременко. Вот это спасение. А вот как вам такая новость, я уже оценил. Мац Хумельс переходит в Баварию из Дортмунда. Да, совсем скоро информационное поле нормализуется и будет ждать какой-то новой сенсации. Понтус в Берн. И как пробил. Какой сейв! Вратарь творит чудеса! Еще много времени до конца матча, 30 минут. Потерял он мяч, но кому он достанется? Понтус Вернму. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Кёкхан Инле. Какой перехват! Великолепно сыграно! Ахмед Муса. Шанс у ЦСКА. Сейду Думбия! Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Ионов! Игра остановлена, будет угловой. Марио Фернандес! Прекрасный гол! Знаете, когда я играл в детской команде, наш тренер называл подобные удары, как по попе ладошкой. Потеряли концентрацию соперники ЦСКА. И вот, пожалуйста, результат. Хорошая подача с углового и гол. Посмотрим еще раз. На табло 3-0. Это разгром. 20 минут осталось игры. Рияд Махрез. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Думбия. И в зону атаки мяч переходит. А вот это уже здорово. Удар! Надо забивать и гол! А у нас 4-0. То ли еще будет. Дэнни Дринквот. Рияд Махрез. Может получиться интересная атака. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Ну, а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Здесь защита справляется, мяч отобран. Рияд Махрез. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасно. Великолепно исполненный пас в разрез. Нужно бить поворотом. И есть гол! Вышедший на замену игрок забивает. Ну что же, в конце игры команда еще раз напоминает нам, что сегодня она была сильнее по всем статьям. Да, играли прекрасно, создавали моменты и не подвела реализация. И вот такой вот результат. Дэнни Дринквотер. Тут может что-то получиться. Момент!
не точно удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Георгий Щенник. Ионов. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Мяч перехвачен. Защитник молодец. Все, звучит свисток арбитра.